Смотрите, какой шоколад. Вкусный, вау. Сколько? Вот 90 лир, это получается 1 килограмм. Смотрите, какой вид. По 12 две шоколадки. Вот это да, смотрите, какая вкусняшка. 24 лиры. Сколько шоколада, боже. Смотрите, я зашла в такси в магазин, попросила разрешения, они мне разрешили. Чудо-то какое. Вот это да, если бы не ночь, я бы сейчас себе купила. Смотрите, с орехами шоколад. 120 лир килограмм. Чудо. Смотрите, какой выбор шоколада, мои хорошие. Я так вам по чуть-чуть буду снимать. Маленький по 4 лиры, 5 лир, смотрите. Просто я не хочу сейчас кушать, потому что я это перестала курить и боюсь, что у меня разгонит. Ой, какая красота. Смотрите. А в коробках я вам передать не могу, какая красота. Вот. Смотрите, вы видели столько в жизни шоколада? Пипец, мои хорошие. Здесь маленькие, наверное, с орехами, со всяким. Смотрите. Это просто чудо. Боже, какая красота. В коробочках, смотрите. Ой, какой выбор. По 20 лир, видите, с орехами, я не знаю, всякие. Я просто не хочу. Я сейчас куплю, я его скушаю. Я не хочу покупать. А смотрите, 36 лир, какой, видите, коробочка. Это выходит где-то 7 долларов, 35 лир. Это большая коробка, огромная, смотрите, толстая. Я не знаю, сколько там грамм. Видите, какой внутри шоколад. И 70 лир. Ну, это выходит где-то, мои хорошие, 12 баксов. 100 лир, смотрите, какая коробка. Вот тут какой тоже внутри, видите. Это где-то 18 баксов выходит. Смотрите, какой вы хотите. Боже мой. А у меня это что-то камера фигово показывает. Не знаю. Новый телефон. Черт его подери. Всегда подводит меня. Смотрите, какой шоколад. Боже. И это недорого. 14 лир. Смотрите, такая коробка. Нормальный. 14 лир. Смотрите, какая коробочка. Вообще недорого. Получается 2,5 доллара. Это уже целая коробка, смотрите, с фисташками, с орехами. Это получается 45 лир. 240 грамм. 45 лир, это, мои хорошие, где-то 8 баксов. Такие, видите, по 30 лир коробочки. Есть маленькие. Позже, я здесь сейчас умру. И с этим, как его, с фисташками. Лесовой орех. Я очень люблю. Смотрите, грибочки какие. 18 лир шоколад. Это вообще недорого, мои хорошие. Все по 18 лир разные, смотрите. Это просто чудо. Это что на развес, наверное, вот разные есть, смотрите. Эти по 30 лир уже больше грамм. Не вижу, где пишет, сколько грамм. Кемаль на улице боялся зайти. Я попросила, смотрите, коробочки какие. Это сколько грамм, тоже не вижу, мои хорошие, где пишет. Коробочка нормальная. А где пишет, сколько грамм, не вижу. Они с орехом лесовым есть и разные, видите. Позже, ну я сейчас обалдеть. 20 лир, это выходит где-то 3,5 бакса, смотрите. А такие коробочки, шоколадки всякие с мишиками. И те с разными добавочками. По 6 лир, смотрите, какой вкусный шоколад. Боже, какая вкусняшка, смотрите. Чудо мое. Какая красота. Я сейчас что-нибудь куплю, выключу камеру и куплю.